вязание крючком цветка незабудки. Берем пряжу, протягиваем нить, узелок, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Соединяем в кольцо. Крючок вводим в первую, нить протягиваем, соединяем. 2 воздушные петли подъема, затем 9 столбиков без накида. Крючок вводим в центр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик без накида. Соединяем. Крючок вводим за воздушные петли подъема. Захватываем нить и вытягиваем. Ниточку эту обрезаем. Берем пряжу второго цвета и за воздушные петли первого ряда вводим крючок, нить захватываем, фиксируем. 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Теперь за каждый столбик первого ряда провязываем столбик с 3 накидами. Первый накид, второй накид, третий накид, сам столбик, 3 накида, следующий, за следующий столбик предыдущего ряда, первый накид, второй накид, третий накид, сам столбик, 3. Всего нужно выполнить 9 таких столбиков. Третий, сам столбик. Первый накид, второй накид, третий накид, седьмой столбик, 3 накида, восьмой столбик. Второй накид, третий накид, сам столбик. Теперь нужно соединить находим 4-ю воздушную петельку. 1, 2, 3, 4. Захватываем нить, протягиваем. И еще раз здесь же протягиваем, после чего обрезаем. Обрезав нить, мы видим, как закрутился наш цветочек. При этом желтую нить, она сама уже на левую сторону у нас уже ушла. Вот мы получили цветок незабудка крючком. Ставьте класс, подписывайтесь на канал, вяжите с удовольствием. До новых встреч!